Сотрудники ФСБ России пресекли противоправную деятельность бывшего руководителя государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс». По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник реализовал схему хищения денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что директор «Крымавтотранса» в период с сентября 2018 года по июль прошлого года, используя должностное положение, незаконно выплатил себе и топ-менеджерам госпредприятия завышенные премии. При этом от Министерства транспорта Республики Крым были скрыты сведения о фактически неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии ГУП. В пресс-службе ФСБ уточнили, что будучи директором, незаконно присвоил и растратил сумму порядка 5 миллионов рублей. В отношении экс-чиновника заведено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Обвиняемый задержан, решается вопрос о мере пресечения. Следствие устанавливает причастных к нему.